Добрый день. Так, 13:50, начинаем лекцию. Моя фамилия Остапенко Василий Петрович. Я доцент завцикла медицины катастроф. Тема лекции. Основы лечебно-аукционного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Тема очень важная. Дело в том, что при чрезвычайных ситуациях возникает одномоментно большое количество пострадавших. И, как правило, оказывать помощь так, как мы оказываем в обычных условиях, при чрезвычайных ситуациях нельзя. Нужны особые организационные формы оказания помощи с тем, чтобы спасти жизнь как можно большему числу пострадавших. То есть встает вопрос, что нужно решить, где, кто и какую помощь должен оказывать пострадавшим и в каком объеме и как она должна быть организована. Дело в том, что при катастрофах происходит разделение труда. Пожарные занимаются пожарами, инженеры – инженерными коммуникациями, а в медицинской службе было сказано, там будут пострадавшие. Им нужно оказывать помощь, спасать их. Вот вы и сами решайте, где и как они должны получить медицинскую помощь, какие мероприятия нужно провести – в очаге, на границе очага и в дальнейшем. То есть, кроме оказания помощи, еще на медицинскую службу возложена и вторая функция важная. Это эвакуация пострадавших из места катастрофы. Эвакуация пострадавших из места катастрофы. В лечебные учреждения. Опять же, было все отдано на откуп. На откуп. Медицинской службе, потому что сказали, вы сами решайте, каким видом транспорта, санитарным, обычным, вертолетами, самолетами отправлять пострадавших, в каком положении, лежа, сидя на боку, полусидя, в зависимости от того, от характера ранения и локализации ранения. И поэтому была разработана система оказания помощи при катастрофах, которая получила название «Система лечебно-аукционного обеспечения». То есть два процесса – лечение и эвакуация – постарались совместить так, чтобы, как говорится, это шло на пользу одному другому, а тем более на пользу пострадавшим, на пользу раненым. Поэтому и разработана система, которая называется «Система этапного лечения с эвакуацией по назначению». За основу этой системы была положена система лечебно-аукционного обеспечения у военных в военное время, где тоже стоит задачей и оказания помощи, и эвакуации пострадавших с поля боя. Вопросы лекции. Первый вопрос. Общие принципы лечебно-аукционного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. И второй вопрос. Медицинская сортировка пострадавших при массовых поражениях. Записали вопросы лекции. При создании этой системы лечебно-аукционного обеспечения выделили ряд положений, которые необходимо соблюдать для качественного выполнения поставленных перед медицинской службой задач. Определение лечебно-аукционного обеспечения – что это такое? Это система научно обоснованных мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим, раз – их лечению с одновременной эвакуацией в специализированные медицинские учреждения для продолжения лечения. Вполне понятно, что рядом с местом катастрофы, как правило, не будет
лечебного учреждения, поэтому эвакуация может быть на значительное расстояние. В условиях ЧС используется двухэтапная система лечебно-аукционного обеспечения. В скобках дано больничная база и отряд первой медицинской помощи. Дело в том, что согласно системе лечебно-аукционного обеспечения, на границе очага поражения стихийного бедствия должен быть развернут первый этап медицинской эвакуации, где должна оказываться доврачебная и первая врачебная помощь медицинскими работниками. И вторым этапом лечебно-аукционного обеспечения будут являться больницы или госпиталя. Вот такая система лечебно-аукционного обеспечения принята, как правило, у нас в стране. Значит, запишите определение. Система лечебно-аукционного обеспечения – это система научно обоснованных мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим, их лечению с одновременной эвакуацией в специализированные медицинские учреждения для продолжения лечения. Как я уже сказал, введены ряд понятий. Первое понятие – этап медицинской эвакуации. Что это такое? Это силы и средства государственной службы медицины катастроф, развернутые на путях эвакуации для приема, медицинской сортировки пораженных, оказания медицинской помощи, лечения и подготовки к дальнейшей эвакуации. То есть что получается? Этап медицинской эвакуации – это медицинские работники, силы, да? Врачи, медсестры, младший медицинский персонал, которые имеют медицинское оборудование, оснащение, медикаменты, да? И они развернуты на путях эвакуации раненых для выполнения вот этих следующих задач. Для приема пострадавших, медицинской сортировки, оказания им помощи, если необходимо, лечение и подготовки к дальнейшей эвакуации. Для каждого этапа установлены конкретные виды и объем помощи. То есть заранее, вот сейчас еще катастрофы нет, но уже известно, что на первом этапе кто должен работать, какое там должно быть оснащение, оборудование. Исходя из этого, понятно, какие мероприятия могут быть оказаны пострадавшим на этом этапе. То есть какой объем помощи, то есть количество, да, и по качеству, какие мероприятия будут оказаны на данном этапе. Следующее понятие – вид медицинской помощи. Что это такое? Это определенный перечень лечебных и профилактических мероприятий, которые проводятся пострадавшим ЧС медицинскими формированиями Государственной службы медицины катастроф. Вид медицинской помощи определяется квалификацией специалиста, наличием необходимого медицинского оборудования и оснащения и этапом медицинской эвакуации. Видов медицинской помощи 5. Это первая медицинская помощь, это самовзаимопомощь, да, пожарные, спасатели, водители. Как правило, она должна оказываться на месте катастрофы. Доврачебная помощь – это помощь, которую оказывает средний медицинский персонал, фельдшер, медицинская сестра. И есть определенный перечень оснащения и перечень мероприятий. Третий вид помощи. Значит, фельдшер, медсестра – это доврачебная помощь. Следующий вид помощи – первая врачебная помощь. Ее оказывает врач обычной квалификации. Имеется в виду врач общего профиля. Что это такое? Дело в том, что раньше, после 6 курсов мединститута, выпускали врачей общего профиля, они шли работать, а потом только через год, два или три
поступали в интернатуру и становились врачом-специалистом. Сейчас, как правило, что? Врач общего профиля – это врач, который закончил 6 курсов, но не закончил интернатуру, не стал врачом-специалистом. Это раз, такие могут быть при катастрофах. Кроме этого, врач общего профиля – это врач, который во время катастрофы будет оказывать помощь не по своему профилю, а на базе 6 курсов, в данном случае медакадемии нашей. Вот это врач этого общего профиля. И, соответственно, мероприятия предусмотрены на этого врача общего профиля. Следующий вид помощи – квалифицированная. Это общий хирург, общий терапевт. И высший вид помощи – специализированная медицинская помощь. Это врачи, узкие специалисты, которые при оказании помощи используют специальное оборудование и оснащение. Вот если взять общий хирург – это одно, а нейрохирург, торакальный хирург, травматолог – это уже будет специализированная помощь. Общий терапевт – это одно, а пульмонолог, фтизиатр, кардиолог – это уже специализированная медицинская помощь, так, чтобы вам было понятно. Итак, повторяю, значит, вид медицинской помощи. Первая медицинская помощь, доврачебная, первоврачебная, квалифицированная и специализированная. Следующее понятие – объем медицинской помощи. Это совокупность лечебных и профилактических мероприятий в рамках конкретного вида медицинской помощи. Что это значит? Что вот если взять первую врачебную помощь, то уже сейчас известно, какой перечень мероприятий может получить пострадавший на первом этапе медицинской эвакуации. Ну, допустим, каких-то 80 врачебных пособий. Так вот, объем медицинской помощи может быть полным и сокращенным. В полном объеме помощь медицинская оказывается, как правило, на этапе, когда поступило небольшое количество пострадавших. И мы оказываем все мероприятия, которые необходимы данному пострадавшему, исходя из характера его ранения. Но если пострадавших много, и если этап эвакуации должен куда-то перемещаться, то мы сокращаем объем медицинской помощи. Ну, если брать первую врачебную, то неотложных мероприятий первой врачебной помощи. Что такое неотложные мероприятия первой врачебной помощи? Это мероприятия, которые нельзя отложить на потом. Неотложные, да? У них еще есть синоним. Мероприятия по жизненным показаниям. Это что значит? Это мероприятия, не проведение которых может привести к гибели пострадавшего. И если вы не провели неотложные мероприятия помощи, то оправданий вам нет. Если же вы не провели отсроченные мероприятия, но применили антибиотики, то отсроченные мероприятия – это мероприятия, которые могут быть отложены на 3-4 часа с применением антибиотиков, и это не приведет к гибели пострадавшего, ну, удлинит его лечение, допустим. Итак, есть неотложные мероприятия, да, медицинской помощи, и есть отсроченные, да, и есть полный объем. Это если брать первую врачебную помощь. Если брать квалифицированную медицинскую помощь, то там есть неотложные мероприятия у хирурга. А дальше идет отсроченные мероприятия в первую очередь, и отсроченные мероприятия в второй очереди. У терапевтов неотложные и отсроченные мероприятия. Это то, что касается объема медицинской помощи. Сейчас, товарищи, разберем сценарий оказания медицинской помощи при ЧС. Где-то 20% памяти у человека – зрительная память. Подключаем зрительную память. Вот очаг поражения. Как видите, там задымленность какая-то машины скорой помощи. В очаге должна оказываться первая медицинская помощь, и вынос пострадавших спасателями. Врачи скорой помощи,
в очаг не лезут там, где пожары и все прочее. Для этого есть спасатели, пожарные. И лучше всего, чтобы первая медицинская помощь оказывалась на месте катастрофы как можно быстрее. Дальше пострадавшие оказывается помощь на пункте экстренной медицинской помощи, ну, то есть на первом этапе медицинской эвакуации. В данном случае развертывается служба скорой помощи, к примеру, да, и здесь должна оказываться доврачебная и первая врачебная медицинская помощь. Для этого все там имеется, комплекты и для фельдшеров, медсестер, и для первой врачебной помощи, скорой помощи имеется. Здесь же, на этом же этапе, должна быть осуществлена подготовка пострадавших к эвакуации. И в дальнейшем госпитализация на второй этап медицинской эвакуации. Надеюсь, все понятно. Дальше вот этот вот слайд, я вообще ничего не нажимаю, он в автоматическом режиме повторяет сценарий оказания помощи на первом этапе только. А вот следующую картинку, слайд, прошу записать. Здесь изображено все, что я вам наговорил до сих пор, схематически. И виды помощи, и этапы эвакуации. Зарисовали. Как вы видите, здесь написано так, что на первом этапе первая медицинская, доврачебная, первоврачебная. Но это, как говорится, в плохих случаях, лучших, при хорошем оказании медицинской помощи. Первая медицинская помощь должна оказываться на месте, а на первом этапе уже проверяется правильность оказания первой медицинской помощи и оказывается доврачебная и первоврачебная помощь врачебно-сестринскими бригадами скорой медицинской помощи, которые создают первый этап медицинской эвакуации. Идем дальше, товарищи. Разберем, что же входит в понятие первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь – это комплекс простейших медмероприятий, выполняемых на месте поражения с целью ликвидации дальнейшего действия поражающего агента. Спасение жизни, снижение предупреждения осложнения. Это, как говорится, задача. А вот объем, какие мероприятия входят в первую медицинскую помощь. Тушение горячей одежды. Пишем. Второе. Введение обезболивающих средств. Прошу обратить внимание, не сказано, какие средства вводить, потому что фармация напряжется, и через 5 лет какие-то новые будут обезболивающие средства изобретены. Но все равно они будут применяться при первой медицинской помощи, потому что это борьба с болевым шоком. Предупреждение асфиксии, искусственной вентиляции легких, закрытый массаж сердца. Временная остановка внешнего кровотечения. Наложение септической повязки на раны, окклюзионной повязки при пневмотораксе. Как вы видите, все эти мероприятия, в общем-то, должны осуществляться не обязательно медицинским персоналом. Второй слайд на эту же тему. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Продолжение. Иммобилизация поврежденных конечностей подручными средствами. Надевание противогаза при нахождении в зоне действия сильнодействующих ядовитых веществ. СДЯВ. Сильнодействующие ядовитые вещества. Введение антидотов. Частичная санитарная обработка. Дача антибиотиков и противорвотных средств.
наложение жгута при синдроме длительного раздавливания. Дело в том, что это неотложные мероприятия. И антидоты, и обработка, антибиотики жгута при синдроме длительного раздавливания. Поэтому и они более-менее простые, поэтому и они для оказания введены в понятие оказания первой медицинской помощи. Своевременным оказанием помощи считается первые 30 минут. То есть оптимальное оказание помощи – это до 30 минут. Написали, повторяю, иммобилизация поврежденных конечностей, шестое, седьмое, надевание противогаза при нахождении в зоне действия, восьмое, введение антидотов, частичная санитарная обработка, дача антибиотиков и противорвотных средств, наложение жгута при синдроме длительного раздавливания. Идем дальше. Доврачебная помощь. Комплекс медицинских мероприятий, осуществляемых медсестрой и фельдшером с использованием табельных медицинских средств и направленных на спасение жизни пострадавших и предупреждение различных осложнений. Табельные медицинские средства – это то, что положено медсестре и фельдшеру в их наборах для оказания помощи. Первое. Устранение асфиксии. Оно бывает там. Но здесь вы видите введение там сердечно-легочной реанимации, там, а здесь введение воздуховода добавляется, ингаляции кислородом, искусственной вентиляции легких дыхательными аппаратами, то есть устранение асфиксии с применением, будем говорить, специального оборудования. Второе. Контроль правильности и целесообразности наложения жгута при продолжающемся кровотечении. Дело в том-то еще, что, как правило, не всегда жгут накладывается правильно не медицинскими работниками. И поэтому проверяется правильность наложения жгута и перекладывается это как надо. Введение обезболивающих средств повторно. Опять же, говорю, не говорю какие. Улучшение транспорта и мобилизации с помощью табельных средств. Если мы при переломах использовали там подручные средства, то здесь уже используются табельные средства для транспортной мобилизации, то есть те, которые есть на оснащении заводского изготовления. Повторное введение антидотов по показаниям, дополнительная дегазация открытых участков кожи и прилегающих к ним участков одежды. Ну, дегазация, напоминаю, товарищи, это отравляющие вещества, обеззараживание отравляющих веществ. И следующий слайд по доврачебной помощи. Тут здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмое. Согревание пострадавших по низкой температуре, дача горячих напитков в холодное время. Восьмое. Введение по показаниям симптоматических сердечно-сосудистых и дыхательных средств. Как вы видели, там при первой медицинской помощи не было. Тут уже есть у медсестры фельдшера. Промывание глаза, рта и носа при попадании из зяв. И беззондовое промывание желудка при попадании из зяв в желудок. Оптимальное время после катастрофы, будем говорить, 1-2 часа. Идем дальше, товарищи. Следующий слайд. Первая врачебная помощь. Цель. Спасение жизни пострадавшим, стабилизация основных функциональных систем организма для как можно более быстрой эвакуации на этап квалифицированной медицинской помощи, предупреждение возможных осложнений. Ну, потому что, как правило, на этапе первой врачебной помощи главная цель – поддержание жизненных функции организма, нарушенных травмой. Как вы видите, первая врачебная помощь разделяется на неотложные мероприятия, как я вам уже говорил, и отсроченные. Но неотложные мероприятия – это оптимальный срок 3 часа, отсроченные 6 часов.
оптимальное время оказания помощи. Теперь разберемся, какие же мероприятия входят в первую врачебную помощь. Неотложные мероприятия. Видите, тоже начинается с устранения асфиксии. Обратили внимание, что везде. Но тут уже более, как будем говорить, с использованием больших, как говорится, инструментария и больший объем помощи. Видите, отсос слизи, рвотных масс и крови, значит, отсос включается, введение воздуховода, фиксация языка, отсечение или подшивание висящих кусочков мягкого неба и боковых отделов глотки, трахеостомия по показаниям, искусственная вентиляция легких, наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе, пункция плевральной полости или торакоцистит при напряженном пневмотораксе. То есть объем мероприятий растет, потому что оснащение, потому что, как правило, здесь уже мы имеем на первом этапе условия для оказания помощи. Создаем, во всяком случае, проведение противошоковых мероприятий. Переливание крови, кровезаменителей, проведение новокаинных блокад, введение обезболивающих средств и инъекции сердечно-сосудистых средств. Ну, товарищи, я единственное, что хочу сказать, что переливание крови, как правило, проводится на втором этапе, а на первом этапе кровезаменители, новокаинные блокады, обезболивающие и сердечно-сосудистые средства для борьбы с шоком используются, потому что для переливания крови, как говорится, нужно на совместимость проверить, а тут, как правило, времени не бывает, поэтому вот так вот. Объем. Остановка внешнего кровотечения. Третье мероприятие. Остановка внешнего кровотечения. Прошивание сосудов ранее и наложение зажима на сосуд. Контроль за правильностью и целесообразностью наложения жгута. Как видите, остается контроль за правильностью и целесообразностью наложения жгута раз. А тут же прошивание сосуда или зажима на сосуд. Четвертое. Отсечение конечности, висящей на лоскуте мягких тканей. Пятое. Катетеризация или пункция мочевого пузыря. Шестое. Проведение десорбции сильнодействующих ядовитых веществ с одежды и применение мероприятий, позволяющих снять средства индивидуальной защиты с пострадавших, которые поступают из химического поражения. Частичная санитарная обработка, смена одежды. Идем дальше. Седьмое. Введение противосудорожных, сосудорасширяющих, бронхорасширяющих и противорвотных препаратов. Видите, то же самое. В принципе, не указано, какие вещества вводить. Но все равно вещества этого действия будут вводиться и противосудорожные, и судорасширяющие, бронхорасширяющие, противорвотные. Дегазация раны при загрязнении сильнодействующими ядовитыми веществами. Промывание желудка с помощью зонда в случае попадания в него отравляющих веществ. Если вы помните, то, как говорится, доврачебная помощь была беззондовое промывание желудка, на корень языка, как говорится, нажимаем, да? То в данном случае с использованием зонда. И неспецифическая профилактика введения сывороток при уроде возникновения бактериологического поражения. То есть то, что мы сейчас будем, как говорится, применять, это при ковиде. Прививки, введение сывороток, врачебная помощь. Это неотложные были. Теперь отсроченные мероприятия. То есть мероприятия, которые можно отложить на потом. Устранение недостатка оказания первой медицинской доврачебной помощи. Исправление повязок, улучшение транспортной мобилизации, смена повязок при загрязнении раны радиоактивными химическими веществами, новокаинные блокады при повреждении средней тяжести. И инъекция антибиотиков, профилактика столбняка при открытых травмах и ожогах. И назначение различных симптоматических средств при состояниях, не угрожающих жизни пострадавшего. Переходим к квалифицированной медицинской помощи. Цель – сохранение жизни, устранение осложнений, создание условий для лечения и выздоровления.
как вы видите, делится на хирургическую и терапевтическую помощь. Хирургическая подразделяется на группы по срочности, а терапевтическая там на три группы, а здесь на две группы срочные. Записали? Переходим к квалифицированной медицинской помощи. Первая группа – неотложное хирургическое вмешательство и другие мероприятия, не применение которых может привести к смерти в ближайшее время. Что же туда будет входить? Борьба с асфиксией, помните, которая была и во всех случаях, с нее мы начинаем. Восстановление функции дыхания. Окончательная остановка внешнего и внутреннего кровотечения. Обратили внимание, что там было только внешнее кровотечение, а здесь уже идет внутреннее кровотечение, квалифицированная хирургическая помощь. Комплексная терапия острой кровопотери, шока, травматического токсикоза. Лечение анаэробной инфекции. Хирургическая обработка и зашивание ран при открытом пневмотораксе, торакоцинтез при клапанном пневмотораксе. Лапаротомия при проникающих ранениях и закрытой травме живота при повреждениях внутренних органов. Прошу обратить внимание, что тут перечислены мероприятия хирургические, неприменение которых может привести к смерти. Поэтому, если вы их не проведете, вы будете виноваты. Поэтому неотложные мероприятия обязательно нужно проводить. Как говорится, оправдания вам не будет. Продолжение, номер 7. Ампутация при массивных и открытых переломах конечностей. Там было 6, прошу обратить внимание, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжение, 7. Ампутация при массивных и открытых переломах конечностей. 8. Декомпрессионная трепанация черепа при ранениях и повреждениях, сопровождающихся давлением головного мозга. Хирургическая обработка длинных трубчатых костей с массивным повреждением мягких тканей. Вот это первая группа неотложные мероприятия. Вторая группа мероприятия, помощь, несвоевременное оказание которых может привести к возникновению тяжелых осложнений. То есть вторая – это не угрожает жизни, но тяжелые осложнения, поэтому тоже, в общем-то, нужно обязательно проводить. Какой объем? Хирургическая обработка ран при переломах длинных трубчатых костей, не сопровождающаяся массивным повреждением мягких тканей. И третья группа. Операция, отсрочка которых при условии использования антибиотиков не обязательно приведет к возникновению осложнений. Пишем. Наложение пластических швов, лигатурное связывание зубов, первичная обработка ожогов, первичная хирургическая обработка ран мягких тканей. Раз, два, три, четыре, и все. Переходим к терапевтической помощи. Следующий слайд. Квалифицированная терапевтическая помощь. Неотложные мероприятия. Лечение токсического отека легких. Комплексная терапия сердечно-сосудистой недостаточности и различных нарушений сердечного ритма. Введение антидотов и противобутонинического сыворотки. Проведение кислородной терапии и ЭВО при асфиксии. Использование транквилизаторов и нейролептиков при реактивных состояниях. Введение десенсибилизирующих, противорвотных, противосудорожных и бронхолитических средств. То есть это, будем говорить так, введение средств, позволяющие избежать смертельного исхода, будем говорить так. Неотложные мероприятия. То есть
Идем дальше. И отсроченные мероприятия. Витаминотерапия, заместительная гемотрансфузия, профилактическое введение антибиотиков и сульфанилмидных препаратов, проведение физиотерапевтических процедур, симптоматическая терапия. Вот отсроченные мероприятия квалифицированной терапевтической помощи. Еще раз повторюсь. Неотложные мероприятия, видите, 6 мероприятий. Токсический отек легких, терапия сердечно-сосудистой недостаточности, введение антидотов противоботулинической сыворотки, кислородная терапия и ИВЛ, использование транквилизаторов и нейролептиков при реактивных состояниях, введение десенсибилизирующих, противорвотных, противосудорожных и бронхолитических средств. И отсроченная витаминотерапия, заместительная гемотрансфузия, профилактическое введение антибиотиков или сульфанилмидов, физиотерапия и симптоматическая терапия. И переходим к специализированной медицинской помощи. Пострадавшие с травмами позвоночника, головы, шеи, то есть нейрохирургическая, офтальмологическая, ВОР, челюстно-лицевая и другая. Поражение с травмами или дренных хрупких костей, поражение больших суставов, травматологи. Пораженные с травмами груди, живота, таза. Обожженные, пораженные ионизирующим излучением. Пораженные сильнодействующими ядовитыми веществами. Неврологически больные, контуженные лица с психическими расстройствами. Женщины с поражениями и заболеваниями женских половых органов. Инфекционные больные. Это все, будем говорить так, пострадавшие, которые нуждаются в помощи узких специалистов. Это то, что касается специализированной медицинской помощи. Теперь задачи этапа медицинской эвакуации. Помните там, что этап медицинской эвакуации, да, это силы и средства медицинской службы чрезвычайных ситуаций, размещенные на путях эвакуации, и предназначенные. Идут задачи. Прием, регистрация, медицинская сортировка, санитарная обработка пораженных, дезинфекция, дезинфекция, дегазация, оказание пострадавшим неотложной медицинской помощи в объеме, определенном для данного этапа, подготовка к эвакуации пострадавших, нуждающихся в эвакуации, изоляция инфекционных и психических больных. И под каждой из этой задачи на этапе будут иметься соответствующие подразделения. Прием, сортировка и регистрация – это приемно-сортировочное отделение. Отделение санобработки – это дезинфекция, дезинфекция и дегазация. Оказание неотложной помощи – это операционно-перевязочное отделение, допустим, да? Подготовка к эвакуации, аукционное отделение, а также обязательно наличие изоляторов инфекционных и психических, психоизолятор, инфекционный изолятор. Ну, хотел напомнить, в общем-то, это вы должны, в принципе, знать, методика АБЦ, Airway Breathing Circulation, да? Как вы видите, функция дыхательных путей у нас все время на первом месте идет, потому что если дыхания нет и восстановить невозможно, то человек гибнет, да? А уже потом что? Смотрим сосуды, сердечно-сосудистую систему и органы чувств. Что же нужно проверять? Ревизия, механическая очистка ротовой полости, фиксация головы и языка для обеспечения наибольшей проходимости. Оценка характера частоты дыхательных движений для решения вопроса необходимости реанимационных мероприятий. Определение целостности кровеносных сосудов и одновременно остановка внешнего кровотечения, в первую очередь артериального. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы по пульсу. Отсутствие пульса на лучевой артерии. Давление меньше 80 мм ртутного столба. На локтевой меньше 60 мм ртутного столба. Отсутствие пульса, неотложная медицинская помощь. Пятое. Состояние органов чувств.
прежде всего глаз, раскрывая глаза самостоятельно или по команде. Оценка речевой реакции, говорит Содом, не говорит, и оценка сознания. А теперь переходим ко второму вопросу лекции. Ну, так как у нас 40 минут прошло, то 10 минут перерыв. Сейчас 30 минут, 10 минут перерыв, пожалуйста. Я перерыв сделал. А вы закончили, да? Да. Да.
Итак, товарищи, продолжим. Значит, медицинская сортировка – это, будем говорить, одно из важнейших мероприятий, которое должно проводиться в чрезвычайных ситуациях. Это то мероприятие, которое хуже всего знают врачи. Почему? Потому что в обычных жизни они с этим не сталкиваются. Больные идут сейчас по записи, и, как говорится, по очереди идут. И врач осматривает, ставит диагноз, назначение. А при катастрофах одновременное возникновение большого количества пострадавших ставит вопрос, кому будем оказывать помощь, а кому не будем, даже вот так. Потому что если в обычных условиях не оказания помощи медицинским работникам есть даже уголовная статья, то при чрезвычайных ситуациях мы определенную группу пострадавших помощь фактически не оказываем, а показываем не в первую очередь, а потом. И поэтому это может вызывать целый ряд, как говорится, эксцессов при катастрофах. Ну, давайте переходим к медицинской сортировке. Что такое медицинская сортировка? Метод распределения пострадавших на группы, исходя из нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях, в зависимости от медицинских показаний, установленного объема медицинской помощи на данном этапе медицинской эвакуации и принятого порядка медицинской эвакуации. То есть метод распределения пострадавших на группы, исходя из нуждаемости в однородных лечебно-профилактических эвакуационных мероприятиях. Если брать покороче. Метод распределения пострадавших на группы, исходя из нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях. Она должна быть непрерывной, преемственной и конкретной. Что имеется в виду? Непрерывной это должна осуществляться на всех этапах медицинской эвакуации и в каждом подразделении этапа. Преемственность, последующие решения должны учитывать предыдущие и являться их продолжением, а не так, что на одном этапе врач одно заказал, на другом этапе другое заказал, потому что врач учился в одном институте, а тот в другом институте. И она должна быть конкретной. То есть решение приниматься по каждому конкретному пострадавшему. Ну, цель медицинского сопровождения – помочь выявить максимальному количеству пострадавших при массовых поражениях. Основные принципы сортировки – делать все, что возможно для большинства, а не для всех. Использовать имеющиеся ресурсы наиболее эффективно. В первую очередь заниматься тяжелыми пациентами, имеющими шанс на выживание. А если шанса нет, то его в первую очередь не надо оказывать помощь. Сортировочные группы. Прошу, товарищи, записать, потому что есть в тестах вопросы по поводу
приоритетов вот этих вот. Видите, да? Приоритет первый, красный, это когда помощь нуждается в помощи немедленно. Приоритет два, желтый, когда в срочной помощи нуждается. Зеленый, отсроченный. И приоритет четвертый, он черный, как правило. Мертвые, агонирующие. Дело в том, товарищи, что при катастрофах, при террористических актах, все равно факт смерти должен установить врач. Поэтому врачи на месте катастрофы, когда оказывают помощь, последнюю очередь занимаются этими мертвыми, но обязательно должны зафиксировать факт смерти. По поводу агонирующих несколько иное. Это, как правило, пострадавшие, которым помощь оказывается во вторую очередь, после оказания немедленной медицинской помощи. А, как правило, вначале симптоматическое лечение. Сердечные сосудистые даются, но не тратится на них время. Чуть позже я остановлюсь, почему. Давайте идем дальше. Приоритеты записали. Красный, желтый, зеленый и черный. Потому что это будет в сортировочных марках, в тестах. А вот сортировочные марки, где вот эти все цвета используются, как вы видите. Сортировочные марки заполняются при первой встрече пострадавшего с врачом, и там ставится диагноз, назначение, видите, сортировочные эти самые полосы остаются. Исходя из этих сортировочных полос, происходит дальнейшая эвакуация. Как вы видите, красный, желтый, зеленый и черный, вы видите, есть, да? А теперь еще вкратце про сортировочные полотна. Дело в том, что при катастрофах, если большое количество пострадавших, то медицинские работники, которые проводят сортировку на месте катастрофы, они в зависимости от приоритетов размещают пострадавших то ли на площадке, обозначенных красным цветом, желтым, зеленым и черным. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы, если приезжает машина скорой помощи, то они в первую очередь едут и забирают пострадавших с красной площадки, с красным полотном, и везут на скорую помощь. Я уже сказал, приоритет тяжелым, да, попытка их спасти. Потом, значит, желтый, потом зеленый. Сортировка бывает внутрипунктовая и эвакуационно-транспортная. Внутрипунктовая сортировка – это сортировка внутри этапа. Дело в том, что этап медицинской эвакуации раньше назывался эвакопунктом. Так название осталось. Значит, внутрипунктовая сортировка проводится с целью распределения пораженных по группам внутри на данном этапе. Эвакотранспортная сортировка проводится с целью распределения пораженных по однородным группам по очередности эвакуации, виду транспорта, определению пункта следования, то есть по поводу эвакуационного предназначения, куда и как их отправлять. Значит, внутрипунктовая, эвакуационно-транспортная. Идем дальше. Внутрипунктовая сортировка позволяет распределить пострадавших на две группы. Нуждается в помощи на данном этапе и которым может быть отсрочена помощь. То есть не нуждается в помощи на данном этапе и можно его сразу на следующий этап отправить, к примеру. Эвакотранспортная позволяет распределить пострадавших на три группы. Подлежит дальнейшей эвакуации первая группа. При этом решается вопрос, куда отправить, каким видом транспорта, к какому положению, в какую очередь, в каком положении, лежа, сидя на боку, полусидя, да, видом транспорта каким, имеется в виду медицинским, специальным каким-то, самолетом, вертолетом или обычным видом транспорта, легко пострадавших, и в какую очередь. Это значит подлежащая эвакуация. Вторая, нуждающаяся в помощи на данном этапе. Решается вопрос. Не нуждающимся в помощи на данном этапе, то есть тех, кто может быть отпущен.
Сортировка проводится по сортировочным признакам. Первый – опасность для окружающих. Дело в том, что с места катастрофы, когда повезли пострадавших на этап медицинской эвакуации, на этапе медицинской эвакуации должен быть сортировочный пост на въезде на лечебный этап, на второй этап. Сортировочный пост, где работает медсестра и санинструктор-дозиметрист, задача из общего потока определить опасных для окружающих. Это значит, что лица с повышенной загрязненностью радиационной или химической, которая представляет выше предельно допустимых уровней, опасность для окружающих. Их отправляют на площадку санитарной обработки. Дальше опасные будут инфекционные больные, их в инфекционный изолятор отправляют, и с реактивными состояниями больные, их отправляют в психоизолятор. То есть опасные для окружающих выделяются по опасности. Лечебный признак – это значит что? Какое подразделение нуждается, эвакуационный признак – разберемся. В зависимости от опасности для окружающих разделяются на группы. Нуждающие в специальной санитарной обработке, подлежащие временной изоляции, не нуждающие в санитарной обработке. То есть из общего потока выделяют временную изоляцию, психо- и нервно- и инфекционный изолятор, и санитарную обработку. А не нуждающиеся в санитарной обработке отправляются на площадку приемно-сортировочное отделение отправляются. По лечебному признаку определяется степень нуждаемости медицинской помощи, ее очередное место, ее очередность и место. Выделяют нуждающиеся в неотложной помощи. Раз, не нуждающиеся в медицинской помощи, помощь может быть отсрочная. Пораженные травмы, несовместимой с жизнью, нуждающиеся в симптоматическом лечении, облегчающем страдания. То есть вот это вот четвертая группа, которая вначале у нас была черная, да, вот она здесь выделяется. И по эвакуационному признаку определяют необходимость и очередность эвакуации, вид транспорта и положение пораженного транспорта. Исходя из этого, пораженные выделяют на группы. Подлежащие эвакуации из зоны очага, зоны поражения, в территориальные, региональные лечебные учреждения или центры страны, с учетом эвакуационного предназначения, очередности способа эвакуации или уже сидя вида транспорта, не подлежащие эвакуации и подлежащие возвращению по месту жительства или кратковременной задержке на медицинском этапе для медицинского наблюдения. В Российской Федерации медицинская сортировка осуществляется на основе определение диагноза раненого или заболевания и его прогноза, и поэтому носит диагностический и прогностический характер. В ее проведении должны участвовать наиболее опытные врачи. Медицинскую сортировку целесообразно проводить медицинской сортировочной бригадой в составе врач, две медицинские сестры, два регистратора, звено санитарно-носильщиков. Это для тяжело пострадавших. Для легко пострадавших один врач, одна медсестра, один регистратор. Санитары, носильщики далеко раненых не нужны. Значит, повторяю. Для тяжело раненых врач, две медицинские сестры, два регистратора и звено санитар-носильщиков. Для легко раненых врач, медсестра и регистратор. Медицинская сортировка бывает первичная, проводится на месте происшествия специалистами скорой медицинской помощи, вот которой я вам говорил. Повторная госпитальная проводится при конвейерном поступлении большого количества пострадавших в приемном отделении дежурным врачом. И окончательная проводится в приемном отделении только опытным врачом. Вот первичная сортировка на месте происшествия. Как видите, это на учениях, конечно, вот красненькая вот этот треугольничек, это говорит о том, что здесь должны размещаться пострадавшие с отметкой красной, да? То есть немедленно. Для
проведения медицинской сортировки на месте катастрофы введены определенные протоколы. Вот для взрослых протокол Simple Triangle and Rapid Treatment. Вот что он из себя представляет. Записывайте. Значит, если к вам подходит пострадавший, и он самостоятельно ходит, да, видите, да, то это приоритет зеленый будет, третий. Дальше мы смотрим, не ходит. Тогда мы проверяем, самостоятельно ходит. Он не ходит. Да, приоритет три, не ходит. Тогда мы проверяем, разве не ходит, проходимость дыхательных путей. Помните там АБ, да? Airway breathing, да? Дышит. Если не дышит, начинаем обеспечивать проходимость дыхательных путей. И вполне понятно, что Ольга Николаевна, я на лекции у студентов, я сегодня пришлю. Я пришлю. Значит, обеспечить проходимость путей. Если она восстановлена, да, как вы видите, да, то приоритет один. Если дыхание не восстановилось, то приоритет четыре. Вполне понятно. Дальше смотрим. Это если нет проходимости дыхательных путей. А если он дышит, начинаем смотреть частоту дыхательных движений. В норме здесь для взрослых от 10 до 30. Если больше 30 или меньше 10, то есть Коусмаля, Чейнстокса дыхания, да, если меньше, то тогда приоритет один, видите, да? Если нормальное дыхание, то мы начинаем смотреть капиллярный пульс. Более 2 секунд нажимаем на ногтевое ложе. Нужно остановить кровотечение, приоритет один. Менее 2 секунд. Проверяем. Сознание отвечает на простой вопрос. Да, приоритет 2. Если нет, не отвечает на простой вопрос. Значит, опять же, остановить кровотечение, приоритет 1. Таким образом, вот осуществляется первичная сортировка на месте катастрофы взрослого населения. Прямо говорит так. Потому что чуть позже мы разберем с вами и педиатрическую сортировку. Пожалуйста, запишите вот эту схему сортировки. Потому что при обучении онлайн один из вопросов, который должен сделать, на который должен ответить студент онлайн, это нарисовать вот эту первичную сортировку, да, сфотографировать и отослать преподавателю наряду с другими вопросами в течение 20 минут. Поэтому она у вас должна быть, как говорится, под рукой. Следующий слайд. Идем дальше. Что такое приоритет 3 зеленый? Нет ранений у пострадавшего или раненый передвигается самостоятельно. Сердечная деятельность, дыхание и сознание есть. И поэтому приоритет 3 отсроченный. То есть, как видите, может самостоятельно двигаться, а разно может двигаться, у него и сердечная деятельность, и дыхание, и сознание есть, если он идет к вам. Поэтому приоритет 3. Пример. Пострадавший идет по направлению к вам, и у него сломана рука. Частота дыхательных движений 22, пульс на лучевой артерии 124, он в сознании кричит от боли. Значит, приоритет 3. Если невозможно определить капиллярный пульс, проверьте пульс на лучевой артерии. Если отсутствует, тогда остановите наружное кровотечение и присвойте ему категорию 1. Приоритет 1. После открытия дыхательных путей восстанавливается спонтанное дыхание. Частота дыхательных движений более 30 или менее 10 в минуту. Это, то есть, видите, дыхательные пути открыты, но дыхание ненормальное. Капиллярный пульс более 2 секунд.
отсутствие пульса на лучевой артерии, кровотечение, которое невозможно остановить, не выполняют простые команды. Это все пострадавшие должны быть отнесены к приоритету 1, то есть приоритет немедленное оказание медицинской помощи. Пациент с открытой травмой головы, кровотечение остановлено, частота дыхательных движений через 16, пульс на лучевой артерии 88, без сознания. Как видите, без сознания, поэтому вот так вот. Приоритет 1. Приоритет 2. Самостоятельно не может идти, дыхательные пути свободны. Частота дыхательных движений от 11 до 29 минут. То есть нормальная, более-менее, да? Капиллярный пульс менее 2 секунд или пульс можно определить на лучевой артерии. Выполнять простые команды, пошевелить неповрежденной рукой. Это будет приоритет 2. Пример. Пациент не может пошевелить ногами и не чувствует ног. Частота дыхательных движений 26 минут. Пульс на лучевой артерии 110 минут. Сознание ясное. Приоритет 4. Не нуждается в оказании помощи. Цель оказания помощи – обезболивание, комфорт. Психологически самая тяжелая группа. Это агонирующие и мертвые. Ну, агонирующие, допустим, находящиеся в коме, да, соответственно, и получается вот так вот. Это 4 группы, которые у нас сортировка на месте катастрофы, повторяю. Потому что сортировка на сортировочном посту там другое. Пример. Пациент не дышит после освобождения дыхательных путей. Пульс на лучевой артерии не определяется, без сознания. То есть все без. Поэтому, соответственно, будет 4-я сортировочная группа. А теперь jump-start, педиатрическая сортировка. Jump, прыжок, старт, ну, в общем-то, дети прыгающие, да? Пожалуйста, записывайте педиатры. Если там были лечебники, то здесь у нас педиатры имеются. Записывайте обязательно вот эту схему. Jump start. То же самое, что и у взрослых. Самостоятельно ходит, идет к вам, значит, дышит, значит, в сознание раз к вам идет. Приоритет 3. Если не дышит, начинаем разбираться с дыханием. Если нет дыхания, опять же, обеспечить проходимость дыхательных путей, как и у взрослых. Дыхание восстановилось, приоритет 1. Не восстановилось, тогда проверить пульс. Если дыхания нет и пульса нет, да, то приоритет 4. А если вы решили провести искусственную вентиляцию легких, то опять же, дыхание восстановилось. Нет, приоритет 4, восстановилось, да, приоритет 1. Идем дальше. Это мы брали, если дыхания нет, обеспечили проходимость дыхательных путей. Теперь, если он дышит, проверяем частоту дыхательных движений. Здесь, товарищи, другие цифры, не так, как у взрослых. Там не 10 и 30, а 15, менее 15 или более 45. Видите, да? Если менее 15 и более 45, его срочно нужно в приоритет 1 для оказания помощи. Если же оно от 15 до 45, да, не менее, да, и не более, то проверяем капиллярный пульс. Более 2 секунд остановить кровотечение, приоритет 1, это как у взрослых, менее 2 секунд. Проверяем сознание в соответствии с возрастом. Если ответ на проверку сознания есть, приоритет 2. Если нет, опять же останавливать кровотечение и приоритет 1. Таким образом мы разобрались с jump-start. Jump-start – педиатрическая сортировка. На месте катастрофы, которая проводится быстро, чтобы как можно быстрее отсортировать и отправить на этап эвакуации.
Ну, надеюсь, что записали педиатрическую сортировку. Педиатр, который у нас есть на втором медицинском факультете. Ну, я уже сказал, разница только в том, будем говорить, что частота дыхательных движений разная у взрослых и детей. Там 10,30, а здесь менее 15 и более 45. А так, в общем-то, приоритеты остаются, как говорится, те же. А вот приемо-сортировочных помещениях. Там имеется 5 сортировочных групп. Уже когда врачи оказывают помощь, это не на первом, это не на месте катастрофы. Первая сортировочная группа – пораженные с крайне тяжелыми, несовместимыми жизнеповреждениями, а также находящиеся в терминальном состоянии. Прогноз неблагоприятный, пораженные нуждаются в симптоматическом лечении, эвакуации не подлежат. Это фактически, товарищи, четвертая сортировочная группа, та, которая черная была у нас на месте катастрофы. Помощь им фактически мы не оказываем, потому что, вы видите, симптоматическое лечение и все. Ну, допустим, если вот сейчас, допустим, транспортная катастрофа, столкнулись два автомобиля, а водитель одного и второго находится в коме, привезли в 6-ю городскую больницу, и там где-то будут возиться 2-3 часа, кого-то из них выведут из комы, а кого-то не выведут из комы, к примеру, да? Но это обязаны сейчас, потому что обычное состояние, нечрезвычайная ситуация. А когда большая чрезвычайная ситуация и пострадавших много, то мы не имеем права 2-3 часа потратить на этих пострадавших с неясным итогом. То ли мы их спасем, то ли не спасем. Поэтому это все немного непонятно, и поэтому симптоматическое лечение, это имеется в виду сердечные сосудистые, ввели и занялись другими. А вот другие, это будет вторая сортировочная группа. Пораженные с тяжелым повреждением, сопровождающими нарастающими расстройствами жизненных функций. К этой группе относятся тяжело пораженные с быстро нарастающими опасными для жизни условиями, осложнениями травмы, с угрозой потери функции одной или нескольких жизнеобеспечивающих систем. Прогноз может быть благоприятным при условии оказания соответствующего объема медицинской помощи. Пораженные этой сортировочной группы нуждаются в помощи по неотложным жизненным показаниям, в том числе в проведении срочных оперативных вмешательств. Временно нетранспортабельная эвакуация возможна только после стабилизации гемодинамических показателей дыхания. То есть это тяжело пострадавшие с отрицательной динамикой, с быстро нарастающими опасными для жизни осложнениями травмами. Вот им будем оказывать, спасать, в первую очередь постараться. Они временно нетранспортабельны, потому что есть понятие компенсированного и декомпенсированного шока. Вот они находятся в состоянии декомпенсированного шока, их эвакуировать на следующий этап нельзя, привезем трупы. Поэтому мы здесь выводим из этого состояния декомпенсированного шока, в состояние компенсированного шока, и тогда только можем отправлять этих пострадавших дальше. Третья группа. Пораженные с тяжелой средней тяжестью и повреждениями, не представляющие непосредственной угрозы для жизни. Прогноз жизни восстановления трудоспособности благоприятный. Медпомощь оказывается во вторую очередь или может отсрочена до поступления в больничную базу. Эвакуация в первую очередь. То есть что? Тяжело и средний, но без отрицательной динамики. Нет непосредственной угрозы для жизни. И им, как видите, помощь будет оказываться во вторую очередь. После второй группы
и просмотра первой. А потом этим будет третьей сортировочной группе. Четвертая сортировочная группа. Пораженные с повреждениями средней тяжести, с нерезко выраженными функциональными расстройствами или без них. Прогноз жизни благоприятный. Развитие опасных осложнений маловероятно. Прогноз восстановления трудоспособности, как правило, благоприятный при относительно коротких сроках госпитального лечения и пребывания в больнице для легко пораженных. Эвакуация во вторую очередь. То есть, что это за пораженные? Это будут пораженные, которых нужно госпитализировать, но жизни ничего не угрожает. Ну, допустим, пораженные с контузией головного мозга, пораженные с переломами мелких костей, кисти, стопы, там, ключицы, положить обязаны, но жизни этим пострадавшим ничего не угрожает. Как вы видите, эвакуация во вторую очередь. И пятая сортировочная группа. Легко пораженные с абсолютно благоприятными... А, вернемся. То есть эта группа, это будут зеленые. Третья группа, это будут желтые. Так, если разобраться по аналогии. А вот пятая сортировочная группа. Легко пораженный с абсолютно благоприятным прогнозом для жизни и для восстановления трудоспособности, нуждается в амбулаторно-поликлиническом лечении по месту расселения жительства. Этой группы, пятой, почему нет на месте катастрофы? Потому что в случае террористического акта или катастрофы эти легко пораженные, во-первых, будут с места теракта уходить и... Когда прибудет скорая помощь и начнет сортировку, их там просто не будет. Они потом появятся, это амбулаторно-поликлиническое лечение будет у них. И поэтому в лечебном, на первом этапе, не на месте катастрофы, а на первом этапе их можно будет выделять, и на втором этапе их можно будет выделять. Вот пять сортировочных групп, о которых я вам сообщил. Для закрепления, чтобы было понятно по сортировочным группам, мы разберем повреждения черепа и головного мозга. С какими повреждениями черепа и головного мозга будет относиться пострадавший к первой, второй, третьей, четвертой, пятой. Вот смотрите, первая сортировочная группа. Пострадавший, второй абзац. Пострадавший находится в глубокой запредельной коме. Реакции на болевые раздражения отсутствуют. Зрачки расширены, на свет не реагируют. Дыхание нарушено по центральному степлу. Чейн-стокса, космоля, биота. Сухожильные глоточные рефлексы отсутствуют. Судорога или общая мышечная атония. То есть вот это первая сортировочная группа. То есть кома. Вторая сортировочная группа. Значит, смотрите, второй абзац. Нарушение сознания, жизненных функций, общее состояние тяжелое. Лечевой контакт, как правило, затруднен. А в первом случае вообще никакого контакта, кома. Возможно, нарушение проходимости верхних дыхательных путей. Признаки сдавления головного мозга. Брадикардия, напряжение пульса, анизокария, гемипорез. Нарушение ритма частоты дыхания, истечение крови и ликвора из черепной мозговой раны, из ушей, судороги, психомоторное возбуждение. Третья сортировочная группа. Повреждение черепа и головного мозга. Общее состояние средней тяжести. Второй абзац. Лечевой контакт возможен. Могут быть психомоторное возбуждение, медленная брадикардия, анизокария. Очаговая симптоматика не нарастает. То есть симптоматика есть, но движения, как говорится, отрицательного нету. Поэтому третья сортировочная группа. Четвертая сортировочная группа.
закрытая или открытая непроникающая черепно-мозговая травма с явлениями сотрясения головного мозга. И все. Видите, сотрясение головного мозга повредить мы обязаны. Вот это четвертая сортировочная группа. Ну а пятая сортировочная группа, там ничего по этому поводу нет. Вот это то, что как должна проводиться сортировка на этапе медицинской эвакуации уже приема в сортировочном отделении. Не первичная и не на сортировочном посту, а на этапе медицинской эвакуации. Я не стал более подробно разбираться с этими группами, потому что, видите, череп, повреждение черепа и головного мозга мы разобрали. Повреждение груди – это нужно хирургам. Повреждение живота – хирургам. С какой патологией будет относиться к первой группе? Это ординатором мы показываем. Повреждение конечности, суставов и позвоночника, повреждение таза и тазовых органов – это травматологи, ординаторы смотрят, с какой травмой отнести к этой к первой сортировочной группе. Нарушение жизненно важных функций – это терапевты. С какими повреждениями, нарушениями жизненно важных функций нужно отнести к первой сортировочной группе. Точно так же вторая сортировочная группа. Челюстно-лицевые – это хирургическая стоматология, да? Лор-органы, видите, да? Грудь, живот – это хирурги, конечности и позвоночник, таз и тазовые органы, травматологи, нарушение жизненно важных функций, терапевты. Мы разбирать не будем, просто чтобы вы основные понятия имели. Третья сортировочная группа, опять же, челюстно-лицевые, хирургическая стоматология, глаза, лор, окулисты, лор-специалисты, грудь, живот. Это будет повреждение для хирургов, конечности, позвоночник и тазы, тазовые органы для травматологов. А вот это для терапевтов. Вот эти пять сортировочных групп я вам показал с этим самым, с травмами, да, хирургических. А вот термические поражения, то же самое, 5 сортировочных групп при термическом поражении. При поражении изъяв отравляющих веществ, то же самое, 5 сортировочных групп. Особо опасные инфекции, тоже 5 сортировочных групп. Лучевые поражения, здесь в зависимости от периода. Это вот во время первичной реакции в основном основной признак рвота. Исходя из этого определяется степень тяжести лучевой болезни и сортировочной группы. Вот видите, рвота – ведущий признак. Если она отсутствует или однократная, через 3 часа после облучения – то это легкая степень лучевой болезни, пятая сортировочная группа. Через 1,5-3 часа, 2-3 раза, 4, это значит средняя, четвертая группа. Если начинается через 30 минут, и она многократная, 5-10 раз, соответственно, третья степень лучевой болезни, вторая, третья. И если через 10 минут она неукротимая, то есть ничем не остановить, то это предположительно во время первичной реакции сразу после облучения будет четвертая степень лучевой болезни и, соответственно, сортировочная группа первая. А если в другой период, вскрытый период, то там смотрится по числу лимфоцитов. Видите, число лимфоцитов и, соответственно, степени острой лучевой болезни. Значит, видите, да?
на третий, шестой день или на восьмой, девятый. А если вы знаете степень лучевой болезни, то, исходя из этого, вы знаете и сортировочную группу. Ну, про ожоги мы поговорим на практических занятиях. Там есть правило сотни, правило Бо. Ну, Бо, скорее всего, китаец. Метод прогнозирования основан на суммировании показателей возраста и общей площади ожога. И плюс добавляется ожог дыхательных путей. И вот там получается, если сумма будет соответствующая, то в зависимости от до 60 благоприятный прогноз, 60-80 относительно благоприятный, 80-100 и сомнительный, и свыше 100 это неблагоприятный, поэтому называется правило сотни. Ну, это я уже... это я вернулся. Надо вперед идти. Вот показатели, пожалуйста. Благоприятные, неблагоприятные. Вот они, да? И соответствующие сортировочные группы по правилу сотни. Но правило сотни – это для возраста свыше 15 лет. Почему? Потому что у детей... Все немножко не так. У детей процент ожога, площади ожога, будет меняться. Голова, видите, уменьшается с возрастом, да, площадь ожога, верхняя конечность уменьшается, зато туловище и нижние конечности в зависимости от возраста растут. Вот вкратце. Все, что я вам хотел на сегодня показать. Вот еще последнее. Клинические признаки компенсированного-декомпенсированного шока. Вот компенсированный шок. Четыре признака. Тахикардия, влажная кожа, симптом Петра, принадавливание на ногтевое ложе. И бледность листьях оболочек это можно определить в любом месте. А вот там дальше, 5, 6, 7, 8, 9, это, как правило, в клинике. Ну вот они, эти признаки. И декомпенсированный шок. Признаки декомпенсированного шока, как правило, определяются в клинике. Это клинические признаки, ну так, для общего, как говорится, развития, потому что нужно, исходя из этих признаков, решать вопросы медицинской сортировки. Как я уже сказал, декомпенсированный шок, если вы установили, то эвакуировать на следующий этап нельзя, так как больной погибнет. Все, спасибо за внимание. Свободны.